И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, и мы продолжаем выживать в этом прекрасном мире, подземном мире. И сразу говорю, это свершилось. Я сдох, причем, знаете, очень даже тупо. Как я и говорил, от грибов, то есть на который наступаешь, что-то вызывает галлюцинации, вызывает удушение. Я из-за этого сдох. Причем, при всем, это было самое смешное. Я зацепил два раза. То есть я был на дрейке, я зацепил два раза эти грибы. Хотя вы сами видели, в прошлые разы я три раза их цеплял и не сдыхал. Но загвоздка была в том, что у меня закончились грибы, и поэтому у меня сейчас их здесь, 2700. То есть не вовремя закончились грибы, и я два раза наступил и просто откатился сразу же. То есть, причем, знаете, не было вокруг вот этого вот красного вот этого всего, типа как будто что-то где-то как-то. Нет, я просто откатился. Да, и, собственно, вот он, первая смерть. Причем самое смешное то, что когда я сдох, я даже... Точнее, я понял, что у меня даже нет кровати. Это очень смешно было. И да, благодаря этому у меня теперь лампадок вот в такой прекрасной шляпе. Да, я все скины скинул вот сюда, абсолютно все, пускай будут пригодятся. Вот, а сегодня мы пойдем на поверхность. Только я смотрю, у меня кирка поломанная. Пойдем на поверхность. И, кстати, да, эти грибы почему-то были очень плохо видны. То есть я на них наступил второй раз из-за того, что я так и не понял. В смысле, думаю, какого фига, на что я там наступил? То есть их просто не было... И тише, пассатише, видно. Это, как минимум, тупо было. Ну, что поделаешь, вот такая вот беда. Как говорится, я говорил, что я сдохну от этих грибов. Я и, собственно, сдох. Очень классно на скальном дрейке тусоваться. Особенно вот его, вот это вот... Ну, то есть, у него больше возможности... ускоряться, взлетать выше и так далее. А если что, можно сделать всегда вот так и подняться наверх. Потом еще раз. Ой. О, он с высоты грохнулся, ему пофигу, класс. Давайте... Нет, не дотянулся. Привыкать, конечно, очень жестко, но... На очень большие расстояния он летает, это прям... Сверхклассно. Сегодня пойдем на поверхность. Почему на поверхность? Потому что мне все-таки нужен и элемент, и подкачать нужно Дрейка. Дрейка, понятное дело, подкачивать будем на этих ножницах. На ком еще? Вот. И, собственно, побьем ножницов. Элемента нужно дофига. Вот, кстати, я сейчас только что понял, что я не взял с собой телепорты. Для чего телепорты? Для того, чтобы поставить около зарядников эти самые телепорты и к ним ТП-хаться. Для создания элемента, чтобы это, ну, скажем так, сократить время на создание этого всего дела. Вообще, скальный дрейк клёвый. Вот реально, вот на других картах, возможно, вот такая механика не очень. Но здесь, вот эти вот, везде скалы, везде деревья, вот это вот и все. И ты типа, о, и полетел. То есть я практически около земли уже был, но он оттолкнулся и полетел. Ему нормас. Мне нравится, мне реально нравится, но я забыл, что сейчас день, и да, надо будет это подождать нужно будет, пока настанет ночь. Там же, по идее, это не, я бы, конечно, бы проверил тпхнувшись на обелиске, но не хочу. Слушайте, я вообще хоть туда иду или нет? Ладно, в любом случае мне нужно ждать, а я пока здесь потусуюсь вокруг и поищу эти зарядные станции, где они находятся. Вот опять, взял и наступил. Причем, смотрите, вот где здесь, мать его, грибы эти?
сейчас побольше надо захавать. Вот где я тут наступил в грибы? Вот их здесь даже не видно. Ну-ка, давай-ка слезу. Куда я тут наступить-то мог, мудриться? Нету здесь грибов, я здесь... Здесь радиация! А я пытался грибы найти. Вот я только сейчас допетрил, что меня глушит это. А знаете, в чем самый главный прикол? Я мог бы не помереть. Да. Ну, нашел, кстати, хотя бы один зарядник. Уже хорошо. Черт побери! Вот это дурдом! Вот это я могу! Я, кстати, что здесь радиация-то где-то так сильно? А, ну хотя здесь же рандомные места. Все еще ночь, все еще точнее, все еще день. А я все летаю. И еще. О, кстати, я к другому выходу приполз уже таким макаром, да? Да блин, я не вижу! Ну, точно! Сделал себе телепорты. 4 штуки осталось. Я не думаю, что я слишком их много найду. Поэтому, ну, как-то так. Давайте глянем пока, раз уж я все равно здесь, только сильно не перестараться. Так, пойду я сам. Потому что, ибо нефиг. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, сейчас будет как светло и ярко, да? Не, ну, здесь точно день. Ну, я пламя не вижу. Оно должно пламя полыхать. Там земля должна гореть. В смысле не земля? Так, погоди. Ну? Или здесь оно не полыхает так сильно? Не знаю, но рисковать я точно не буду, там прям дофига как сильно ярко, и рисковать лучше не надо, ну и нафиг. Лучше дождусь нормальной ночи, и уже точно наверняка, и ну и нафиг. Тем более уж скальным дрейком своим рисковать я тем более не собираюсь, ну нафиг. Поэтому лучше дальше этих поищу. Ну вот опять. На Скёрче я таких встречал, ладно, они там падали сверху вниз, но эти-то вообще тупо спавнятся на точке. Под землей. О, фиолетовый. Фиолетовый луч и под землей. Ну, классно. Гадость-то какая. А? Вот и как я туда должен забраться? Конечно же, никак. Извините, вам это не должно быть доступно. Причем, он прям в упор. Я даже от него дымку-то вижу. Вот он. Понимаешь? Обидно. Обидно просто до ужаса. Обидно, потому что я не вижу, что там. О, подожди. Я вижу, что там. Ну-ка. О, если зажать Alt потом так, седло для сарказуха. Ну, там говно, я спокоен. Клёво. Ну что, в итоге последний зарядник, потому что у меня тупо закончились ресурсы, как железо, так и вот это все. А, там жемчуг, все дела. Это уже 9-й зарядник. Итого мы имеем, по сути, то есть при наличии всех ресурсов, то есть раз в 40... Ну, ладно, раз в 50 минут я буду иметь 27, получается, элемента. Раз в 50 минут 27 элементов. Господи, 27 элементов раз в 50 минут. Да чтобы мне тупо на этот... Кошмар. Ну ладно, зато ночь наступила, и я все ресурсы потратил. Я, короче, доволен теперь. Да, погнали наверх. Че, пойдем ко второму выходу. Посмотрим, что там. Все-таки я хочу туда. Так. Так, ну у меня рад костюм. Он, по идее, должен защитить меня. Так, сделаем поярче сразу же. Здесь уже должно быть все нормально, все хорошо, и не должно ничего гореть. По идее. Конечно, по самому пройти, но уже здесь, по идее, все это дело поджаривается. Да, там ночь, там срань, там все дела. Я вам подога не взял. О, да.
Да давай ты поворачивайся. Вот с этим реально у меня проблема. Вот с этим у меня реально проблема. Поворачиваться вот это вот и все, стоя на стене, очень крайне дерьмово. Ладно, давай посмотрим, сколько я урона буду вносить жнецам. Вообще ни о чем! Иди взад! Иди взад! Дикаем! Иди в жопу! Ах ты ж пиздюк! Швар! Ох, вы бы видели, что там творилось, когда у меня телепорт не сработал. У-ху-ху, красота! Ой. Я думал, я там сдохну. Но я повезло. Повезло. Мне что-то не нравится этот свет, который тут подходит. Так, погоди-ка. Нет, 23, все нормас. Это просто багуля, говнуля. Ага, отлично. Так, отлично, погнали. Ну-ка, давай-ка. Ничего, блядки, идите сюда. Ща я вам всем коськи на мать покажу. Так, тогда цепляемся. Ну что, кто ко мне подойдет? О, добрый вечер, вот он ты где, козел. Нападает он на меня, понимаешь, когда... Урон не могу ему вести. Нифига себе, он урон вносит. Я только сейчас заметил, что он так жестко наносит. Да, я бы там бы сдох, если бы я не увез. Кислотный ожог, забыл про это. Так, и их я, по идее, не разбираю, да, ни на что. Я просто вот здесь вот в этих вот скалах застрял. Вот прямо вот там. И я, типа, вообще вылезти не мог. Так, ну ладно, погнали. Погнали. Да, можно походить без включения света, чтобы... А, нет, я их разбираю. Просто не заметил. Вот этих нужно мочить. С них вот яд безымянного. Ну-ка. Ой, он по соточке всего лишь хиляет. Ну, хиляет, да. Но это ж сколько мне нужно, чтобы его фул отхиливать? Дофига? Я так сказал. Оп. Зато лучи могу здесь полутать теперь. Более такие адекватные. А не как там. Так. Вот сколько я повал. О, поискателям я вношу нормальный урон. Да, они как бы хиляются, но это фигня. По 750 урон вносить, это не по 75 по риперам. Без света. Под ожог, конечно, получаю кислотный. Это конечно, еще та срань. Еще вот он там, козел, сидит в этом ожоге. Зачем в кислотном этом? Элемент. Элемент. Обсидианчик, элемент. Так, отлично. Сейчас вот это и добудем. Так, стой, охраняй, далеко не уходи. Элемент, это хорошо. Элемент, металл, обсидиан. Это все то, что мне сейчас нужно. Камень не нужен, камень у меня дофига. А вот все, что я до этого перечислил, очень сильно нужно. Да, все-таки на Дрейке тут тусоваться намного безопаснее. И прикольнее. Не то, что до этого с голой жопой. Классно. Так. Слушай, а вот это тоже же? Ой, это же металл. Ой, я тут надолго. Вот сейчас дал бликерку и думаю. А не могу ли я сделать случаем бур? Нам, по идее, электроники мне не хватает. Но только я только сейчас додумался, что я могу сделать бур. Ладно, в следующий заход я сделаю бур. Ну, потому что в этот заход я явно дофига ничего не сделал. Хотя, вот слушай, вот то, что я сейчас добываю, если тогда в этом смысл, если я потом буром добуду намного больше и лучше. Думаю, нет смысла, поэтому добываем вот этот последний камешек, и ну его все в жопу. Лучше потусуемся по наружности. Да. Нафиг тратить время. Ну, хотя тоже нормально добыл. Так, мне что-то вот это не нравится. Уже 4 часа уже. Да ну нафиг. Етить тебя в рот. Как красиво. Уже светает. Твою мать. Так, а что там?
седло на мегалозавра. Ой, да в жопу, короче, это все. А то сейчас это... Седло на Дрейка буду делать новое. И Дрейка нового. Уу! Отцепляйся, дурной. Дурная. Горцуй! Уу! Тут уже точно безопасно. Да, самое главное вовремя смотреть на правый верхний угол. Когда появляется вот такая лапка беленькая, это значит, что она цепляется за скалы. Если же такой нет лапки, значит все хорошо. А то иногда ты вот начинаешь там вот это вот туда-сюда, вот это вот все. И такой, фух, потерялся. А так, с этой лапкой можно вот так делать. Уии! Поскакали, лапку убрали и упали. Ей! Тогда я лучше вниз тогда. Раз уж это... Здесь не дано, тогда погнали вниз тусоваться. Ух, сколько много зарядников. А вообще, как бы, вот так вот включаешь так. И пошел. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ух! Классно, а теперь в нужный. Да, много списка. О, мне нужно будет синие эти. Ну ладно, с этими я потом разберусь, с синими. Да и в целом гемы я потом полутаю. Сейчас погнали, потусуемся внизу. Ну, это можно вырубить. Почему? О, тут зарядник, кстати. Но у меня аккумов нету больше. У меня вообще нету ничего больше. А, у меня ресурсов больше нету. Это беда. Вот смотрите, ну вот где вот они? Где вот эти все козлы? Пурлови, пурлови, иди ты в жопу, пурлови. Ненавижу вас. Ненавижу вас после того, как вы в пещерах на меня нападали. Бесит они с тем, что седока сбивают, прям конкретно сбивают. Это все прям... Так. Где-то внизу... Элемент должен, по идее, находиться. А вот где? Опачки. И здесь чардж. Классно. Где-то должен элемент находиться. Поэтому давайте подыщем здесь. И не просто так будем блуждать, а по координатам поищем по-нормальному. Сейчас вот всех завалю здесь. О, я закрыл. О, я закрыл. Блин, подожди. А, подожди, не то. Вылези. А, подожди, у меня нету. Да чтоб тебе. Вот, надень часы. Не будет лохом. Ясно. 48 левел, ну серьезно? Ну какого фига? Ну 48 левел. Почему они все мелкого левла? Ну зато этих козлов мелких поубивал. Их по идее, наверное, лучше до альфа-ча догнать. Чтобы они апнулись там все дела, да? Теоретически. Может там типа у них это... алло, у меня что-то, свет выключенный. Вот сейчас включен, вот сейчас выключен. Вы на свету. Это эмоции так называются. О! Ну-ка, секеры, говносекеры. Я сюда мочить вас буду. А потом выключаешь такой, на тебе, ублюдок. И вот так, короче. Чисто забайтил ложков. Простите. Ну, выглядело именно так. Ай, дебилы такие забайтились на меня, а я их убил. Ладно, все, погнали элемент искать. Такс. Смех смехом, а я практически там, где нужно. 66 на 45. Примерно вот там находятся какие-то одни жилки. То есть здесь их вообще вот... Я причем в том месте, где жилок очень много. И это клево. Почему клево? Потому что мне не нужно далеко бегать искать. Единственное, что нужно сейчас будет сгонять, хотя бы одну жилку найти... Где это находится? И как это вообще выглядит? Узнать. И уже будет легче. Конечно, мегалозавры вообще не жесткие. Тут как бы не поспоришь. Они прям жестят. Ух. Так, и чё, мне туда нужно? Главное в жижу не упасть. Ну и нафиг эту жижу. Металл вижу. Так.
обмыть Дрейка. Я вспомнил, что выносливость нужно много Дрейку. Потому что желательно на этом на Роквелле использовать вот эту штуку. Очень желательно. Помогает, говорят. О, нашел затускального Дрейка. Какая сволочь стреляла? Зимяные, они видят по ходу дела. Пурлови, иди в жопу. Так, нас 45, значит туда, короче, идем. Ну всех нафиг, ну всех в жопу. Погнали туда. Или туда. Как вообще этот элемент выглядит? Внизу. О, дерево снес. Такс. Сейчас глянем. 63 на 45 с половиной. Вот как это должно выглядеть. То есть вот примерно это вот это, да, элемент получается? Ну, по сути, да. Судя по Вики, это вот это и есть элемент. Ну, в любом случае, либо вот это, либо вот это. Сейчас только надо всех зачистить. А как это сделать? Вот так. Лошара! Иди сюда, я тебе сказал! Сюрприз! Твоя задолбал ты меня, котел! Чтоб тебе! Да пошел ты! Вообще-то и нужно Дрейком добивать. Стой! Далеко не убегай от меня. Не надо. Мне потом с тобой что бегать, тусоваться, искать. Так, нет, это металл. Чему там на Вики написано было, что это элемент? Так, еще раз. Давай глянем. 62,9 на 45,6. 45,6, 62,9. Ну да. По Вики вот это и есть элемент. Что-то мне кажется, кто-то кого-то обманывает. Да? Вам это не кажется? Или вот там наверху это может быть? Да нет, это над черной зоной. А черная зона — это там, где в подземке. Вот это точно металл. Вот это металл. И вот это металл. Не, я не спорю, металл — это хорошо. Но что-то кто-то кого-то обманывает. Назовем это так. Ненавижу из-за этого Вики, что иногда они вот такую фигню делают, а ты потом, ой, как дебил, бегаешь и что-то ищешь. Может, ты? А нет, это тоже металл. Элемент бы он все равно бы выделялся своим фиолетовым свечением, то есть элементов руда, я думаю, все равно бы она бы как-то выделялась. Ну, как на поверхности. Эх, мы везде обман, кругом обманщики. Что поделаешь? Ладно, зато здесь потусуемся. Посмотрим, что здесь да как здесь. А вот он и Дрейк. Добрый вечер. Пошел в жопу нафиг, гнида. Иди жопы укусил, понимаешь? Ой, идите нафиг все. О, зато ядик. Ядик — это хорошо. Но опять-таки же, смотрите, я светлячка не врубаю. То есть лампадога. А эти козлы спавнятся фигово все равно. Вот и как. Вот и как они должны спавниться. Может, они не на поверхности лучше спавнятся. Ну, хотя на поверхности он не получше спавнились. Ну, и здесь должны хорошо спавниться. Так-то. Идея. Где-то около моста... Где-то, по идее, вот в том районе. Там было место, где жнецы спавнятся. Погнали туда сгоняем. А чё мы теряем? Сейчас смотрю туда вниз и думаю, а может по тем координатам только ниже надо было искать? Ох, как тут все весело. Залагало! Не надо лагать! Пожалуйста! Так, отцепись. Отлично. Нет, все равно он должен как-то это светить, светила своим фиолетовым свечением. Но, походу, да, где-то вот это вот здесь внизу лучше искать. Собственно, здесь вот они, Дрейки. Тусуются. Опачки! Добрый вечер! Я вас побеспокою. 116? Или что там было 116? Или это я 116? Или мне просто показалось, что 116? А может, это он тоже 116?
А, безымянный 116 был. Отлично, дальше не показалось. Ах ты какой жирнич, а? Чё? А вот теперь ты не жирнич? О, да, не жирнич. Готово? Господа, леди и джентльмены, это элемент. Надо было просто чуть ниже спуститься всё-таки. Ну блин, металлическая руда на том же самом месте, где элемент, только на другом ярусе. Это, конечно, тупо. Либо я дебил и не так координаты прочитал. Но пофигу. Это реальный элемент. Ты сюда спустился. Надо сюда телепорт поставить. Чтобы сюда тпхаться. И... А хотя какой нафиг тпхаться? У меня аж карта не прогружена. Они тут спавнятся будут долго и счастливо. Мне больше шансов на поверхности его будут залутать весь. О, это что такое? Что такое? Цикарный драйк, это пика. Пика-пика, не хочу. Классно. Классно. Куча, куча элементов. Во, вот это я понимаю. Камешек выкинуть надо. Вес только добавляет. Ой, сколько у меня тут месяца. Ну, неплохо. Неплохой поход получился. И яда даже добыл чуть-чуть. Не знаю, зачем мы у него. Ну, что-то, как он плохо добывается, явно им хиляться у меня не получится. Да ну нафиг, еще элемент. Е-мое. А, ну да. Вот по карте он здесь показывает, его дофига было элемента. А я думал, это на поверхности, ну просто такая коричневое типа пятно, я думал, это на поверхности, а нифига. А нифига. Все-таки я сюда телепорт поставлю. Вот, все-таки поставлю. Это что, черный жемчуг? Е-мое, черный жемчуг. Ты мне тоже пригодишься. И телепортик мы поставим вот... Куда-нибудь бы поставить вообще бы тебя, а? Ох, куда-нибудь бы тебя поставить-то, а? Ох, как я обожаю операцию в этом плане. Не, не спорю, как бы нефиг читерить, иди пешком. Ну блин, это время столько тратить, ужас. Такс. Походу, пора зачищать. Yeah. Кстати, с вас же дропаются перышки же, да? Да, вот три перышка дропаются. Я не помню, нужно на Рокула эти перышки или нет, но я подозреваю, что нужны все-таки. Ну типа, камон, это диносы, которые появились только здесь. И я думаю, что они... А, ну да, они не дропаются в инвентарь, потому что у меня перевес. Да-да-да-да-да, я вспомнил эту фигню, типа, когда у вас там перевес больше 50%, то лут, который дропается в инвентарь, он вам не дропается. Что типа того, точно не помню насчет 50%, но суть, да, жопа еще там. Вот так приходится ручками собирать. А что поделаешь? Пам-пам-пам-пам-пам. Неплохо жемчуга. Ну да, здесь, по сути, ты и выкинуть только мясо могу. И это мне ничем не поможет. Ой-ой-ой, пошел. Ну, кстати, да, более или менее. Кстати, могу. О! Так лучше. Эх, скальный дрейк, иди сюда, сейчас на тебя проверим. Я тебя где-то тут видел. Вот он ты. Сейчас проверим, дропнется мне или нет. Ну, что-то свало. А да ты хорош! Да, вот первого скального дрейка, пожалуйста! Он дропнулся ко мне в инвентарь, конечно, куча хлама, всякого хлама! Но... Самое главное, самое важное, тоже дропнулось. И... Супер! Нифига вас тут! Ой, он так помер. Вот, а теперь не дропнулось, хотя у меня вес стало еще меньше. Вот, интересно все-таки, как это работает? Ёп твою ж за ногу! Ну, погнали, что поделаешь? Эх, мочить так мочить вас все буду. Слушай, в смысле, это я пришел к терминалу для вызова Роквелла?
честно, я даже без понятия, где он вообще находится, я даже не смотрел. Но он выглядит как терминал, который для вызова Роквелла. Сейчас все это проверим. Заодно узнаю, нужны там перья, нет. А по идее должны быть 128 максимальный левел. Нет, не максимальный. Или максимальный. Нет, там, по идее, бы где-то что-то писалось бы, что максимум, не максимум, кстати, да. Все еще нет перевеса, это хорошо. Какие они жесткие все! Классно! Кстати, а у меня-то какого левла? 148, ну тоже неплохо. Ну что-то вообще прям не качается. Вот честно, вообще вот никак не качается. Такое ощущение, что за дреков вообще экспы не дают. Вот давай проверим. 68-200, грубо говоря, да? Ну, вообще экспы за дрейков не дают. Что это такое? А как... What the fuck? What the fuck? Ладно, пофигу, погнали. У-ху! Да, это терминал вызова. Обалдеть. И заметочка. Добрый вечер, Дрей. Ой, Роквелл. О, а теперь экспо стало идти, что ли? Ну да, а теперь экспо стало идти. Ну вы сами видели. Это что за тупость? Так это реально работает. То экспо тикает, то не тикает. Ужас. Ой, иди в жопу, заткнись опять. Так, что мне нужно на тебя? Есть артефакты, понятное дело. О, 7 перьев. И, о, так всего 9 перьев нужно. Вообще нифига. Вот я безымянным нужен дофига. Чешуйки висит близко. О, кстати, я что могу сделать? Я могу сделать... Оп! Это я сохранил себе скрин. Я сейчас секунду. Оп! Красота. А, чтобы запомнить, какие мне нужны вообще эти ресурсики. О! Я ясно, ясно, как я получил экспу. Я на заметку же наступил. Поэтому он лапнулся. Точнее, она. Ай, трудом какой-то. Телепорт я здесь тоже не могу, да, разместить? Ну, мать вашу. Ой, да заткнись ты, господи, уже! Задолбал ты меня! Так, погоди. Disconnected. User disconnected from your channel. Все, иди нафиг. Задолбал. Скучно ему, одиноко, охота пообщаться с кем-то. А я вот с тобой не хочу общаться. Слушай, здесь не поставить телепорт. Ты пошли в жопу, я тогда дрейков твоих всех буду мочить, понял? Понял, Роквелл, я твоих дрейков тогда буду всех убивать. Не знаю, зачем, конечно. Их спустя не дают. Ну, они сами напали. А вы что там, застряли, что ли? О, новые лошары, конечно. Новые лошары, конечно, ну а что поделаешь. Ай, ладно, нельзя, так нельзя. Зато знаю, где это находится. Где у нас дом, а дом у нас там. Так. Давай проверять экспу. А, 76, ну 400, да? Грубо говоря, там почти 400. Вот ты сейчас серьезно, да? Ой, ты пошел ты. Просто пока он не вылезет, я его не могу бить. Ну, ну не гнида. Ой, ты жесткий такой? Сильный? Блин, нифига себе. Урон-то надо прокачивать.
тоже. Вот! Она этих качается! Да пошли не все эти дрейки нафиг! Ну вот чё вот это вот? Беспредел какой-то устроили. Так, ну-ка еще разочек. Ай, погоди, не до тебя. 78-500. Хлопайсь. 78-700. Ну вот. И электронику добыл. А, отлично. Да уж, не ожидал я такой подставы. Конечно. Каркинос еще нужно притомить. Вот это да. Василиска притомить, Каркинос притомить, Парацеру притомить, потому что Каркиносу будут томить на Парацере. Ой, дел тут еще, честно, да фига, потому что все-таки я хочу притомить всех. Жнеца единственное, что... Ну, блин, с другой стороны, я уже сдох, по идее. Можно и Жнеца притомить, почему бы нет? Посмотрим. Честно, я ни разу его не томил. Поэтому не знаю, что, как, где это нужно смотреть. Я знаю, что там что-то... Нужно найти королеву, королева что-то бабахнет тебя, и потом ты сдохнешь у себя на базе, и у тебя вылупится Жнец. Что-то типа того. Но, честно, без понятия, что там, как там, да где там. Сейчас единственное, что могу сказать, мне нужен дофига элемента. Для этого мне нужно будет сделать бур и тпхаться на поверхность. На поверхности уже нормально, а не киркой добывать элемент. Да, здесь как бы много, но все равно не хватает. И что еще? Кристалл нужно, гемон тоже нужно будет добыть, потому что там синий, красный нужно вроде бы, зеленых у меня там тьма сраного, туча, вот, тоже нужно будет все это дело добыть. Перышки с дрейков я уже добыл дофига, если не сказать хуже. Где они? Где эти? Вот, 20, уфу, мне хватит два раза, там, почти три раза хватит вызвать альфа и бета. Да, альфа и бета. Роквелла. Так что все просто клево. Вот такие вот народ дела. Ну а я на этом уже буду с вами, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, и, конечно же, делиться моими видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока.